Сегодня утром, предположительно с 7.00 до 7.30, у станции Рассказово произошло ДТП. Неустановленный автомобиль, но предположительно марки Ford серебристого цвета, двигался со стороны Тамбова и совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. Пешеход скончался на месте. У автомобиля предварительно деформирован бампер спереди справа, деформировано правое переднее крыло, отсутствует зеркало заднего вида правое и деформирована правая дверь. Но это пока предположительно. Автомобиль сейчас устанавливается. Личность пешехода установлена. Это Гвоздецкий Владимир Тарасович, проживающий в селе Ольшанка Гавриловского района. У пешехода при себе были документы и личные вещи. Всем, кто располагает информацией о данном ДТП или об автомобиле, совершившем наезд на пешехода, просьба позвонить по телефону 23 302 или 24 707.